Генеральная прокуратура Азербайджана предупреждает мирных жителей о недопустимости поездок на освобожденные от оккупации территории. Предупреждение Генеральной прокуратуры. Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане продолжают совершать поездки, приводящие к гибели или к тяжелым ранениям в результате подрыва на минах. Очень высок риск подрыва граждан на минах и не разорвавшихся боеприпасах в результате поездок на освобожденные от оккупации территории в обход полицейских постов или окольными путями. До полной очистки от мин, освобожденных от оккупации территорий, незаконные поездки могут быть опасны для жизни людей. Редакция канала 13 также предупреждает и напоминает нашим уважаемым зрителям и слушателям о неоднократных случаях подрыва лиц гражданского и военного населения на минах и призывает дождаться момента полной очистки от мин территории Карабаха.